Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить плюшки с творогом. Для приготовления плюшек с творогом нам понадобится тесто и начинка. Рецепт теста вы можете посмотреть на видео «Пирожки со свежей сливой». Для приготовления начинки нам понадобится 360 грамм 9% творога, пол чайной ложки соли, 4 столовых ложки сахара, 5 столовых ложек муки, 2 яйца, 1 яйцо для смазывания пирожков, сахар для посыпки пирожков, подсолнечное масло для смазывания формы для выпекания. В глубокую тарелку выкладываем творог. Добавляем соль. Сахар. Все хорошо перемешиваем. Добавляем яйца. Все перемешиваем. Добавляем муку. Хорошо перемешиваем. Готовое дрожжевое тесто вымешиваем. Затем делим на небольшие кусочки. Каждый кусочек формируем в виде шара. Даем подойти. Каждый шар раскатываем в тонкую лепешку толщиной 3-4 миллиметра. Сверху лепешку намазываем творожной начинкой. Скатываем лепешку в рулет. Посередине рулета острым ножом делаем надрез. Делаем форму в виде сердечка. Выкладываем готовые плюшки на смазанный подсолнечным маслом противень. Даем подойти и смазываем сверху взбитым яйцом. И посыпаем сахаром. Выпекаем в разогретой духовке на 180 градусов 20 минут. Готовые плюшки охлаждаем и выкладываем на блюдо. Приятного аппетита!